My name is Paul Serene. I've seen the end of time. Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Quantum Break. Главное, чтобы мы... чтобы мой микрофон не падал. И у нас четвертый акт, часть первая, мост Порт Доннелли. Давайте продолжать. В прошлой серии мы сделали нелегкий выбор. Непонятный выбор, я бы сказал. Тайная история путешествия во времени, акт 4. Будем определяться. Сделали выбор между Софией и вот этим вот черным чуваком. Даже не знаю, к чему это приведет, но увидим. Надеюсь, время не сломается окончательно. Иначе зачем все это? Правильно ведь? Посмотрели сериальчик. Сейчас я на зевоту потянуло, не знаю. Нормально, в общем, такая игрушка, то что надо. И если бы не было сериала, то, опять же, не ясно было бы, что там творится. В этом всем. Доктор Ким возглавлял сенатскую монархию и стоял столько погиб при загадочных обстоятельствах в феврале 2016 года. Во как. От доктора Эмерал зависела жизнь мистера Сайрина. А вы ее похитили. Это сделало вас главной мишенью. Да, я так и понял. Они перекрыли все пути отхода, все дороги. На машине с острова было никак не выбраться. Нужен был новый план. Все, пошли! Спрятался в мусорке. Бет, мне нужен транспорт. Тут жарковато. Ладно, где тебе искать? Пока не знаю. Я хочу забраться повыше и взглянуть на мост. Я боюсь по нему не проехать. Так, тут же два их. Один аж горит, и второй. Надо подняться повыше. Да поднимемся, ну. Вижу мост. Он кишит монарховцами. Не знаю, может, если втихаря? Ага, может. Или давай я тебя подхвачу. Решай, но только побыстрее. Меня вот-вот засекут. Мне полегчает, когда окажусь на яхте. Монарх у меня на хвосте. Я тут не особо популярен. Как доктор Эмерал? Жива-здорова, но жизнью недовольна. Долго тебя еще ждать? Погоди, сейчас узнаю. Что бы это значило? Нет, ну какого хрена? Что бы это все значило? Заберусь внутрь, пока меня с вертолета не заметили. Да надо бы. Тут босс-вертолет. Ну нахрен. Все нам сюда, вокруг нету хрононов. Ты еще там? Да, тут ищу удобную точку обзора. А вот и босс-вертолет. Еще никаких следов Джойса или Уайлдер. Ухожу на второй круг. Да что ж это, типа часовой башни? Давай, не спались только. Ты морду свою усовываешь. Мне нельзя тут засиживаться, Джек, поторопись! С этим проблема. Что-то не так? Всю ночь все не так. Перекрыли все? Я сейчас смотрю на мост. Если я там появлюсь, пострадают невинные люди. Хорошо. Есть какие идеи? Посмотрим. Под мостом есть пристань. Сможешь подогнать туда яхту? Там спереди вывеска бензоколонки, не пропустишь. Что, прямо под самым носом у монарха? Других вариантов я не вижу. Переключаюсь на канал монарха. Скоро буду на связи. Буду через 10 минут. Только не подведи меня. Я раскомандовалась. Ну, и как туда спуститься? Где пожарный шест? Власти ищут Джека Джойса, подозреваемого в причастности к вчерашнему. Да, меня все продолжают искать. Меня все умения позабывал уже. Вы не замечали ничего подозрительного? Это который взорвал библиотеку? Джейк Джойс? Джек Джойс, да. Вы ничего подозрительного не замечали? Но он недалеко стоит в Форт Карсоне.
Вон там где-то, да? Угу. Черт. Надо торопиться. Да уж, давай. О, время остановилось. Есть шанс. Хорошо. Ты пытаешься схватить опасного преступника и террориста Джека Джойса. Спасибо за ваше. Давай мне там не трынди. Сообщить полезные сведения вы можете любого... Не, время не остановилось, мне показалось. О, а тут может спрыгнуть, а тогда... Там внизу кто-то крадется. Эй! Кажется, сука. Это Джек Джойс! Пидарюга ты, тварь. Так, ну все. Так, что у меня тут? Тип патрон. 60 патрон. Готов. Кто это делает? Ах ты сволочь. Классные, о! Зависание поставило крест на нашем сбэт-плане. Она не смогла вас забрать? Нет, но зато я смог забраться на мост и пересечь его. Проскользнул прямо под носом у монарха, оставшись практически незамеченным. Непонятно, я взял с патронами, без патронов. Мне нужно незаметно перейти мост, пока не закончилось зависание. Так. Давайте глянем, что у нас там по умениям. 11 очков. Так, хронозрение, хронозаморозка, дополнительный заряд. Так, ну ничего так. Хроноуворот. Так, ну это ясно. Хроновзрыв. И хронорывок. А хронорывок... Забыл, как уже делать его.
Ладно, берем серию бросков. Сокращения времени хватает. Ладно, следующий тогда возьмем. Так, или повышенное распознавание угроз возьмем. Давайте. Так, все хорошо. Там мне идти наверх куда-то надо. Надо будет потренироваться, а то уже позабывал. Кстати. Где так, элементы управления? Хроноворот, Shift, хронощит, Control. Ну все правильно я делаю. Так, хронозрение В. Хронозаморозка, мышь. Хронорывок, ну все, ясно. Все понятно. Пошли. На мосту творилось что-то невозможное. Они не полицейские и не имели на это права. Но их пиарщики сработали безупречно. Полицейский снимок их представили Джойса. Героями, защитниками. А вы террористом? Да. Это хуже, чем в паспорте. Эх ты. И не меня стоит бояться. Вот так? Селфиться, глянь, с монарховцами. Сион Миллер ищет. Так, что там за ноутбук? Почитаем. Приказы. Колбасит. Ой, блин, опять это мудло пришло. У меня оружия нихера, наверное, нету. Опять сейчас бойка будет. Ого. Короче, труп. Блин, что меня так хорёжило-то? Короче, надо зафигачивать его сзади и херячить нахер. Хронорывок и пошло. Ну, это каждый раз смотреть надо. Thank you.
Так, оружие-то есть где-нибудь? Мы так лечимся, если кто не понял. Ой. Так, ладно, побежали. Где-то у меня... Так, щита нету, поэтому... Так, легкий что-то там. Берем, хорошо. Где он? Ладно, хорошо. Готов. Ничего страшного. Просто пересечь чертов мост, я свободен. Фух. Это было нелегко. Так, это... У меня вот эту вот штуку взял, да? Так, надо оружие взять какое-нибудь. Ну, со второго раза я его порешил. Это хорошо. Автоматический пистолет. Это ж я видел пушку. Хотя бы так. Где-то там можно было еще... припасы. Перезарядимся. 96 только. Я вот легкий пулемет можно. Не, нихера. Ладно, берем дробовик, значит, и идем. Да? Наверх. Че, я сразу не мог сюда пойти? Нафига мне их было валить? Ну, короче, в этом случае лучше действительно сначала свиту вальнуть, а потом же самого босса. Ну, куда ты наверх попялся, поплелся, тебе ж вниз. На воду надо. Хрень. Все, все хрононы. Давай, папашу. Это что? Охренеть теперь. Да как так получилось? Нормальный кораблик. Кучу людей завалили. Да и сам чуть не помер. Зацепился ногой. Штаниной буквально. Сейчас мне тут, походу, акробатические этюды надо будет делать. О, черт. Хреново. Ничего хорошего нету. Я понимал, что как только зависание закончится, меня раздавят обломками. Нужна была твердая опора, и палуба корабля была наилучшим вариантом. Оставалось на нее спуститься. Что я сделал? Там мне нужно просто пэймку такую сделать.
Давай, заряжайся. Может, я могу перелететь, пока она там херячит? Здесь хер разберешься. И что теперь? Нормально. Кругом творился какой-то ад. Оставалось надеяться. Да на хаос. Кстати, это напоминает Макс Пейна. Там тоже такие психоделические были. Сука! Какого хрена? Надо было просто пиу-пиу. Бля. Херня, почему? Кругом творился какой-то ад. Оставалось надеяться на удачу и идти вперед. Да уж, на удачу. Что такое? Да твою мать! Туда прыгать надо было. Прыгать, потом ускоряться, ё-моё. Кругом творился какой-то ад. О, хоть на это не было. Оставалось надеяться на удачу. И идти вперед. Ух. Хорошо. Так, куда дальше? Тут пушечку надо сделать. Хера себе, она скоростная. Да как? Наверное, закрепить надо. Да, блять, два надо, наверное, два заряда использовать. Я все продолжал спускаться вниз, к кораблю. Отпустило, что ли? Нихера. И не то, чтобы это было приятной прогулкой под луной. Разлом усиливался. Параллели путались. Завивались в безумные петли. Это хреново. Полный бардак. Так, наверное, и должен был выглядеть конец времени. Все переломано. Перепутано. Ну, видимо, да. И некому рассказать. Так. Хороший кораблик. Осторожно. Не шатайся, я сказал. Давай, давай, давай. Ох. Чисто везение просто. Разлом расширялся. Беспорядочное движение. Предметы выпадали из времени, параллели пересекались. И дальше было бы только хуже.
Мы должны были вмешаться. Вот так вот. Ты хоть представляешь, что за силы у тебя в руках? Ты должен передать эту технологию монарху. Я готовилась к тому, что случится. Значит, готовились, говоришь? Но предотвращать ничего не собирались? Ну, починю я машину Уильяма. И что потом? Зачем она вам? Конец времени близок. Ничего не... Эй! Тебя никто не спрашивал. Молчать, женщины, и работать. Я только что видел, как корабль на полном ходу врезался в этот сраный мост. Время на исходе. Разлом растет с каждой минутой. И его не остановить. Пол видел конец времени. Видел своими глазами. Как вы не понимаете? Мы готовились, потому что другого пути не было. Ты ведь пользовалась работами Уильяма Джойса. Ты уважала его. Он знал, что грядет разлом, но он знал и то, что его можно закрыть. Мы знаем, как остановить разлом. Вот. Противовес. Мы отправимся в прошлое, чтобы найти его. С твоей помощью мы управимся быстрее. Впрочем, уговаривать я не буду. Мне надо будет запустить диагностику машины. А пока не могу ничего обещать. Эми, отведи Эмерал к машине. Не спускай с нее глаз. Без проблем. Так, доктор, пошли. Нифига себе смелая какая. И я тебя насквозь вижу. Так что без глупостей. А то пожалеешь. Охренеть, приютили змеюку. Я офигею. Ну, ладно. Джек, прежде чем мы пойдем вниз, нужно поговорить. Да потом поговорим. Ребят, на этом закончим, собственно. Блин, классная игра, балдею от нее. Спасибо, что смотрели, надеюсь, понравилось. С вами был Юра, всем самого наилучшего. Пока-пока.